это получается, шезлонг идет, он до 3 лет, он потом отдельно снимается. У него еще положение спинки есть, тот самый лежачий, полулежачий и сидячий есть. И можно как кресло-качалку еще использовать до 3 лет. Можно от батареек, чтобы он работал, но батарейки там большие, как кроны. Mm-hmm. Они дорогие, это ну, получается... Ну, электрические с ней, какие проблемы? Электрические, наверное, да? Самые лучшие. Для мам хорошо, да, для кухни. Еще есть цены? Ну вот есть моделька, которая получается она меньше идет, во-первых, по высоте, и она не такая функциональная, она 7,5 стоит. Это самая функциональная, которая у нас есть. 10-500 стоит, 10, да, будет окончательно. Так, скидай, да? Уснул.